12 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека чувством милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь пешеходными прогулками с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты.